Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня короткое видео о городе Дурес, Албания. Поскольку в этом году путешествия по разным странам довольно проблематичны, я буду выкладывать видео из путешествий осени прошлого года по разным странам Балканского полуострова. Город Дурес, второй по величине город Албании, это приморский город, портовый город, но в то же время с интересной и богатой историей. Город основан в 7 веке до нашей эры, поэтому среди современных зданий кое-где вкраплениями прямо можно наблюдать, ощущать и пощупать историю. Например, античный амфитеатр 1 или 2 века нашей эры постройки. Выглядит это все довольно интересно в окружении современных высотных зданий. Сюда мы заезжаем с нашими гостями либо в рамках двухдневной поездки по Албании, либо трехдневной поездки, которая включает в себя и Северную Македонию с городом Охрид на одноименном озере. Хоть город расположен и на море, но напоминаю, это большой портовый город, поэтому для отдыха мы рекомендуем отъехать от города немного в сторону, в район поселков, например, Голем с большим песчаным пляжем. Об этом поселке будет отдельное видео о том, как можно отдохнуть в этом районе Албании на берегу моря. Здесь мы видим с вами стены старого города, указатель на достопримечательности, на мечеть, на амфитеатр, на римские бани. Так что с исторической точки зрения в городе посмотреть есть что. На этом у меня сегодня все. Всего доброго, оставайтесь с нами, путешествуйте с нами и до новых встреч!